Молитва преподобного Силуана Афонского об оскорбляющих нас. Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на кресте и болел душою за всех нас. Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви. И тогда будет жалко даже бесов, что потеряли смирение и любовь к Богу. Молю вас, испытайте. Кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает что ваше, или поносит церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господь, все мы создания Твои, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние, и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принуди свое сердце любить врагов, и Господь, видя доброе желание Твое, поможет Тебе во всем, и сам опыт покажет Тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божьей, и не познал он Бога. Если будешь молиться за врагов, то придет к тебе мир. А когда будешь любить врагов, то знай, что благодать Божия в тебе живет большая, но не говорю еще совершенно, но достаточная ко спасению. А если ты поносишь врагов своих, то это значит, что злой дух живет в тебе и приносит в сердце твое злые помыслы. Ибо, как сказал Господь, от сердца исходят помышления злые или добрые. Добрый человек, думай, всякий заблудившийся от истины погибает, и потому его жалко. А кто не научен Духом Святым любви, тот, конечно, не будет молиться за врагов. Наученный любви от Духа Святого всю жизнь скорбит о людях, которые не спасаются, и много слез проливает о народе, и благодать Божия дает ему силы любить врагов. Если ты не имеешь любви, то хотя бы не поноси и не кляни их, и это уже лучше будет. А если кто клянет и ругает, в том ясно живет злой дух. И если не покается, то по смерти пойдет туда, где пребывают злые духи. Да избавит Господь всякую душу от такой беды. Поймите, это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога. Сердце болит за них, и слезы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку. Мы познали это Духом Святым. Вот и Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Так отсюда начинается вечная жизнь, и вечная мука отсюда начинается.